В экспозиции зала историко-мемориального центра музея Гончарова, посвященного роману «Обрыв», особое место занимают портреты Анны Александровны Музалевской, младшей сестры писателя, и ее мужа Петра Аксентьевича Музалевского, симбирского врача-хирурга. Эти семейные реликвии передал в дар музея в 1977 году правнучатый племянник Ивана Александровича Гончарова Владимир Владимирович Музалевский. «Анюта», называл ее Иван Александрович, «государыня-сестрица», когда она уже была взрослая, замужняя женщина. Они были очень дружны по воспоминаниям родственников, и они вот так вот шутили, и она писала ему: «государь мой братец», а он ей отвечал: «государыня-сестрица». Этот портрет Анны Александровны передает внешнее сходство Ивана Александровича со своей младшей сестрой. Более того, они были схожи и характерами. И вот такая подвижность, легкость характера Анны Александровны, она очень роднила ее с Иваном Александровичем. И в своих воспоминаниях Иван Александрович писал к сестре старшей Александре Александровне, что вот ты была спокойная, ты не доставляла матери лишних хлопот, а мы с Анютой всегда доставляли маменьке лишние хлопоты, потому что были шаловливы, озорны и очень подвижны. В доме Анны Александровны Музалевской Гончаров останавливался во время своего последнего приезда в Симбирск летом 1862 года, когда он работал над романом «Обрыв». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Олправда ТВ.